336 фоторабот и 37 авторов. 8-й открытый городской фотоконкурс «Белгород в объективе» стал самым массовым за всю свою историю. Победителей и лауреатов конкурса традиционно награждали в галерее имени Виталия Собровина. За раздачей призов следила наша съемочная группа. Антон Вергун – известный белгородский фотохудожник. Любимый жанр – репортаж. Не так давно ради красивого кадра чуть было не получил травму. Его серия работ, посвященная белгородским спасателям, получила главную премию в номинации «В потоке событий». Мне больше всего нравится репортажная работа. Мне хочется передать эмоции, передать чувства, показать, что происходит и что происходит с людьми в конкретных каких-то событиях в нашем городе, в окрестностях города, ну и не только. Чтобы тот, кто не присутствовал на событии, смог посмотреть мои фотографии, мой репортаж и проникнуться, почувствовать, что он побывал на этом мероприятии. Все присланные на конкурс работы, а это 336 фотографий, были разделены на три номинации. «Город в лицах». Здесь представлены различные фото наших земляков, выполненные в жанре портрет. Номинация «Песня в камне» раскрывала красоту городской архитектуры, достопримечательностей и памятных мест нашего города. А номинация «В потоке событий» собрала праздничные и событийные фоторепортажи из жизни Белгорода. Мы видим, как год от года люди все лучше и лучше, все, скажем так, внимательнее изучают историю и культуру того прошедшего года, ну, о котором здесь дают своеобразный фотоотчет. И получается, что когда пройдет 10, 20, 30 лет, здесь соберется богатейшая фотолетопись города Белгорода, о том, как живет он своей жизнью год за годом, день за днем. И, конечно, это бесценный материал. Попробовать свои силы в конкурсе «Белгород в объективе» мог любой желающий. Для многих авторов это уже не первое участие в конкурсе. Павел Яновский несколько лет подряд представляет свои работы в жанре портрет. В этом году его фото «Холли. Начало» получило вторую премию. Здесь как оптимальное сочетание краски и лица. То есть оно вот начало, вот когда облегает. Там дальше уже пошло, оно немножко как пылит, ну, в дымку такую немножко, когда разбрасывают краску. Вот. А в данный момент получилось, что как раз она очень по лицу и не задымило все полностью дальше уже. Номинация «В потоке событий» стала самой популярной. Здесь вручили 6 лауреатских званий. Одно из них досталось новичку конкурса, начинающему фотохудожнику Марине Жемчужниковой. За работу «Юный циркач». Я, можно сказать, вижу мир через фотовидоискатель. С детства увлечение фотографией. Просто только к этому пришла. Новичок еще пока в фотоискусстве. Фотоконкурс «Белгород в объективе» традиционно проводится в канун Дня города и является частью многочисленных событий праздничной программы. Более 80 фотографий победителей конкурса составили итоговую выставку, представленную в галерее фотоискусства имени Виталия Собровина. Это уже хорошая, добрая традиция проводить его в канун Дня города. Кроме того, 12 июля отмечается как День фотографа, и мы совместили два этих праздника. Фотовыставка работ победителей конкурса «Белгород в объективе» будет открыта до 5 сентября. Станислав Колесников, Дмитрий Рема. К этому часу Белгород.